В честь Дня языков с 5 сентября по 5 октября по всей республике проводятся различные мероприятия. В школе-интернате для одаренных детей имени Абая прошло праздничное мероприятие «Жоржазаман Абайдын Үлгісімен». Главной целью вечера, посвященному творчеству Абаю, является знакомство учащихся с творчеством великого поэта. Учащиеся читали стихи и пели песни. Присутствовавшие на сегодняшнем мероприятии и ученики, и учителя, и организаторы прочувствовали духовное наследие Абая всей душой. Думаю, после сегодняшнего мероприятия наши ученики вдохновятся творчеством Абая. Также абаеведы, пришедшие на встречу, вместе со школьниками проанализировали и подробно обсудили стихотворение поэта «Асимпаз Булмай Эрниге». Абаевские чтения – это наша дань памяти великому казахскому мыслителю. В целом ощутила высокую конкуренцию между учащимися. Заметила большую увлеченность учеников к абаевской поэзии. То, с какой большой ответственностью они отнеслись к этому конкурсу. Меня восхитили знания учеников. Спасибо большое школьному коллективу, предметным учителям за воспитание таких талантливых учащихся. В конце встречи гостям были вручены специальные памятные подарки. Абаевские чтения будут продолжены и в дальнейшем. Асимжан Жузбаева, Галымжан Есимбаев, Жамбыл Ньюс.